Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате АЦЦ. АЦЦ выпускается в виде шипучих таблеток. Действующее вещество – ацетилцистеин. Ацетилцистеин – это муколитическое отхаркивающее средство, которое применяется для разряжения мокроты при заболевании дыхательной системы, сопровождающейся образованием густой слизи. Применяется при лечении острых и хронических заболеваний бронхолегочной системы, требующих уменьшения вязкости мокроты, улучшения ее отхождения и отхаркивания. Принимает так: взрослым и детям в возрасте старше 14 лет 400-600 мг ацетилцистеина в сутки, разделенные на 1-3 приема. Детям в возрасте от 6 до 14 лет 400-600 мг ацетилцистеина в сутки, разделенные на 2-3 приема. Детям в возрасте от 2 до 6 лет 200-400 мг ацетилцистеина в сутки, разделенные на 2 приема. Препарат рекомендуется принимать после еды. Таблетку следует растворить в стакане воды и выпить раствор как можно скорее. Дополнительное употребление жидкости усиливает муколитический эффект препарата. Срок лечения хронических заболеваний определяется врачом в зависимости от характера и течения заболевания. При острых неосложненных заболеваниях ацетилцистеин применяют 5-7 дней. Противопоказания – это повышенная чувствительность к ацетилцистеину или другим компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. В период беременности и кормления грудью применение ацетилцистеина возможно только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.